Блонди, успокойся. Перестань. Собаку зовут Блонди. Ваши документы, пожалуйста. Спасибо. Проезжайте. Гитлер капут. Гитлер капут. Долбаный ты фриц. Это кошмарное здание и есть лондонская наутика. Раньше тут был городской центр. Здесь на улицах шли жестокие бои. Яростное непреклонное сопротивление. А потом нацисты запустили лондонский монитор, и все полетело псу под хвост. Теперь творят, что хотят. Сравняли все с землей и построили это ушлепище. Это у нацистов главный научный центр. Авиация, космос и прочее дерьмо. Кэролайн с пилотами должны быть у той радиовышки. Видишь ее? Аня сидит на рации в Берлине. Это тебе для связи с ними. Твоя остановка. Пока, Бласковец. Сделай все, как надо. Террористы, огонь! О, нет. Боже, он это сделал. Там было почти 300 кило взрывчатки. Взрывная волна и сюда дошла. Теперь дело за тобой, Бласковец. Мы будем на вершине радиовышки примерно в 7 кварталах от твоей позиции. Поднимись на верхний этаж здания наутики и открой дверь ангара. Тогда мы с пилотами проберемся внутрь. Ну что, друзья, приветствую вас. Мы продолжаем играть в Wolfenstein. Новый порядок. Мы в какой-то центр научный прибыли. Погнали. Приятного вам просмотра. Да, жесть. Просто жесть. Да что сейчас было? Так. Да. Здесь обойти нельзя, да? Придется там идти. Вот она, эта фигня. Подзарядка. И электричество сюда подходит. Эта штука. Теперь можем там пройти, получается, да? Я думаю, да. Так, хилочки здесь нужны.
Да. Так, а что это машина тут? Ага. Надеюсь, он не выбрался оттуда. Уильям, я смотрю на чертежи здания. Путь наверх длинный. Так. В принципе, хорошо, что тут линейно все. Ну, пойдемте. Так, у нас один патрон в запаснике остался. Мало. И что за хромая там херня шагает? Так, мы получили перк. И 6 патронов к нему. Ладно. Твою ж мать. Это, конечно, жестко. Впереди приемные. Пройдешь приемную насквозь, иди в большой коридор и окажешься в лунном куполе. Не подведи нас, Бласковец. Докажи, что Бобби погиб не зря. Монитора пока не видно. Может, обойдется? Если не разобьемся, конечно. Что за монитор? Как он выглядит? Так, нам дают уже потяжелее что-то. Что ж, ну пойдемте. Вилка нам не нужна. Вот это нам надо. Еще один патрон и шкафчик. Хорошо. В морду стрелять самое главное. Пять. Где тут еще? Во. Блин. Отлично, вернули, в принципе, гранату. Но все равно мало. Мало. Все. Пойдемте дальше. Лондон Наутика, Майнхалл. Так, дальше будет уже менее разрушено все. Мне не нравится тот прожектор. Ой, уж налево, а? Получили. Хорошо.
На рожон лезу. Хорошо, мы сюда зашли. Так. Самое время почитать. Шахтеры приветствуют новые трудовые нормы. Бирмингем, 15 октября 60 года. Сегодня представители шахтерского профсоюза британского Рейсгау с восторгом отозвались о новых трудовых нормах, предложенных лондонской канцелярией. Новый распорядок не только обеспечит рабочим отличные условия труда, но и повысит производительность угольных шахт в регионе, заявил в своем интервью Рейсштангальтер Нойман. «Бригада бирмингемских шахтеров сегодня утром выразила нашему корреспонденту свою радость. Мы счастливы, что вожди заботятся о нашем здоровье», заявил Джеймс Брикстон, отец двоих детей. «Со времен войны жить действительно стало лучше». Так, там ведро с болтами ходит. Где по звуку? Это нам не надо. Или в сил не надо. Ничего не надо. Стоп. Где-то были патрончики. Нож. Нож возьмем. Так, с фрицами вроде разобрались. Остался тот. Прилив сил. Здесь еще посмотрим. Так, берем эту штуку. Ты живой еще? Установим. Так, у него накопительная еще и энергия есть какая-то. Ну ладно. Добро пожаловать в лондонскую наутику. Я генерал Вильгельм Штрассе, основатель этого музея. Когда я был еще маленьким мальчиком, у меня была мечта. Я мечтал, что в один прекрасный день создам робота, который сможет взять меня за руку, если мне будет страшно и одиноко. Глупо звучит, правда? Но ведь именно мечты — топливо для двигателей прогресса. Без мечты у нас не было бы победы. Без мечты у нас не было бы фюрера. Без мечты у нас не было бы отечества. С тех пор, как я был мальчиком, мои мечты, обтесанные водами времени, превратились в прекрасные стрелы,
которые выстрелили прямо в будущее. Наше общее будущее. Вот почему я построил лондонскую наутику. Я надеюсь, что это вдохновит других мальчиков стремиться к величию. А теперь вперед. Удачи вам. Непереводимый набор букв. Так, послушали этого. В лунном куполе дверь в ремонтный отсек. Ищи дверь в наружной стене, ближе к верху купола. Лунный купол? Ни хрена себе, гигантское все такое. А, ну пустой. Кто ж там стреляет, так, а? А, тут вон что. Ну иди сюда, палачу. Ты отсох вроде. В 1956 году была основана первая лунная станция. Так, они уже станцию обосновали, нифига себе. Лунную. Да, нам как-то... Что ж вы стреляете? Как вы стреляетесь, а? Расстояние от Земли до Луны составляет приблизительно 380 тысяч километров. Такие заметочки неплохие. Давайте почитаем. В 1959 году на лунной станции 5 начал работу модуль добычи вольфрама. Добыча вольфрама уже нифига себе. Это не монстры во всех смыслах. Диаметр Луны составляет примерно четверть от диаметра Земли. Ну-ка, где еще почитать-то? Лунная станция 5 расположена в древнем кратере и называется Мерцающая чаша. Мерцающая чаша. Так, мы уже здесь были. Мы по кругу гоняем. Кстати, здесь еще было. На вот и пролет упавший. Ну, больше ничего такого интересного. А. Лунная станция 5 была основана в 1958 году и стала первой военной исследовательской станцией в Солнечной системе. Луна совершает полный оборот вокруг Земли приблизительно за 27 дней. Интересно. В 1951 году легендарный ариец Ганс Армштарк стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Так, это мы знаем. Из вырезок с газетных.
Это тоже знаю, это повтор. Они повторяются? Ладно. Хорош. Так, нам наверх. О, нет. Кто еще? Тебя здесь еще не хватало. Еще где-то. Тишина. Благотворное влияние карантина. Лондон, 15 октября 60-го года. Полицейские отмечают снижение уровня преступности в лондонских карантинных кварталах. Обитатели карантинной зоны могут без опаски гулять по улицам, заявил глава полиции Бруно Винклер. Количество убийц сократилось до рекордного минимума. Он добавил, что гуманное отношение нового режима к горожанам благотворно повлияло на добропорядочных лондонцев. К нам стали чаще поступать своевременные доклады о неблагонадежном поведении, как от соседей, так и от членов семей. Так, ну все, мы сейчас что-то включим. Стоп, дробаш. Видишь дверь в ремонтный отсек? Она на звездном поле рядом с вершиной купола. Можешь добраться до нее? Да, можем. Примерно как-то так. А сюда можно попасть. Здесь что-то интересное есть. Смотрите-ка. Нет, наверное, нельзя. Ну ладно. Это типа звезды. А, у меня он заряжен, в принципе. Не обязательно было. Николса как, а? Чё, они там в очередь что-то выстрелились? Всё. Головешка не удержала. В стене должен быть люк. Вход в туннель, который ведет в шахту лифта. Так. А, вот сюда, да? Хорошо. Надеюсь, лифты при взрыве не пострадали. Да. Твою налево. Лифт застрял. Что если мы упадем? Не бойся, там 4 предохранительных тормоза. Ничего не будет. У меня очень-очень плохое предчувствие. Говорю же, не о чем волноваться. Эти лифты что угодно выдержат. Они так сконструированы. Там же тормоза, 4 штуки.
Думаешь, все четыре вдруг сломаются одновременно? Может, хватит Руса праздновать? Кто-то застрял в лифте. Что за черт? Судя по звуку, на крыше лифта кто-то есть. Может, они пришли спасти нас? Если расстрелять тормоза у лифта, что может случиться плохого? Стану-ка я на противовес. Ага, на противовес. А, вот он противовес, ясно. Действительно, что может случиться плохого? Кажется, я что-то обнаружил. Что ты видишь? Древние артефакты какого-то прям научно-фантастического вида. Рукопись. Вроде на иврите. Похоже, нацисты пытаются все это расшифровать. Есть какие-нибудь метки? Дат и худ. Дог, Эйбл, апострофи. Эйбл, Тара, спейс. Йок, Айдам, Чарли, Хау, Онкл Дог. Может, в архивах что-то есть, Аня? Поищи где-нибудь, упоминается, да, ты худ. Поищу. Будьте осторожны. Она мне нравится, Бласковец. Отличная находка. Собери все барахло с меткой, да, ты худ. Сколько унесешь? Ладно. Как классно переход сделали, да? Кат-сцен. Ну что ж, у нас тут до хрена всего. Артефакт, да, от Ихут. Так. Артефакт, да, от Ихут. Артефакт, да, от Ихуд, который исследователи исследовали в лаборатории в лондонской наутике. Что это такое? Это какой-то, не знаю, предмет, как материнское какое-то гнездо, куда все подсоединяется. Ладно. Вот соединены. Создание идеального разума. Брюссель, 10 октября 60-го года. Одна из ключевых фигур вычислительной науки доктор Эрнст Брандт в свое время изобрел первую систему искусственного интеллекта для боевых механизмов генерала Штрассе – панцерхундов. Теперь его мысленный взор прикован к новой задаче – создать самый умный в истории нечеловеческий разум. «Если мы сконструируем такое создание, оно принесет обществу неоценимую пользу», – скромно признался нам доктор, когда на прошлой неделе мы встретились с ним в Брюссельском институте современной кибернетики. Не в последнюю очередь потому, что определять благонадежность граждан теперь можно будет автоматически. Перспектива и впрямь завораживающая, поэтому генерал Штрассе выделил этому проекту щедрое финансирование. Так. Что еще тут есть? Это прям находка. Не конструирование. Как интересно. Броник обязательно. Так, ну здесь мы вроде все забрали, да? Да, смотрите-ка, а тут здесь что? Это мегапушка. Ее забрать потом можно будет? Испытание начато. Испытание закончено успешно. Смотрите-ка, что мы можем сделать. Откуда это залезть? Карта.
как-то надо до нее добраться. Вот так вот как-то и уберем. Теперь вторую. Отлично. Ладно, теперь врубаем. Выкинул тот маленький. Ух ты, ё. А, режим, да? Его понял. Ясно, спасибо. Я вижу небольшой дренажный канал за северной стеной. Поищи какой-нибудь люк у пола. Люк у пола? Мы нашли его, в принципе. Кстати, мы можем разрезать теперь эти херовины, да? Да. Нифига себе. Игрушка. Побаловаться так прикольно. Топ еще разрезать. А больше нечего. Жалко. Ну ладно. Примерно на два этажа выше будет люк, который ведет прямо в ангар. Так. Мне это не нравится. А, мы убрали как раз этот противовес, наверное, точно. Да дальше. Хорошо. Так. Ты уже близко. Прототипы вертолетов проекта Шепот держат в ангаре. Я понял. Я думаю, пойдемте подзарядимся, что ли. Подозрительный значок. Думаю, мы его скоро увидим. Что такое? Мало? Ну, ё-моё. Во. Вот и мои вертолеты. Готов спорить, череп проектировал. Последний доллар поставлю. Я вижу пушки. И хрень ходящая. Так, ладно. Надо что-то с этим делать. А я... А, ну да, с глушителем вроде. Где найти офицеров?
Да ё-моё. Полная. Так, он удаляется. Хорошо. Минус один. И вон еще один не вижу. Замечательно. Теперь можно всех остальных кошмарить. Увидел? Нет. Их убил. Мне не нравится вообще. Отлично. Почему нельзя снять пушку? Нет, нельзя. Придется так долбить ее. Добитая была. Ну, хорошо. И чек-рисов. Где-то еще. Одиночными хорошо.
Отлично. Давайте вот о нем здесь все. Ну, тут, блин. Кто это? Твою налево. Нет, 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 нет. Да, нет. Так, хорошо. Будем поступать по-другому. Просто выкинул нас. Как? Где зарядиться? Хорошая штука вот эта. Раньше было легче. У вас не было здоровенных роботов. У меня была армия. Мне нужна зарядка. Вот она. Гранаты. Что-то там говорит. Стоп. Нет, это не то. Тоже не то. Во, это тоже другое дело. Я понял, куда стрелять. Но проблема в другом. А, он вышибает меня.
Давайте зарядимся. У меня две бомбы. Встретим его на земле, я думаю. Иди сюда. Я чуть не зашибу этой шестеренкой. Ну вот, нацистов перебил, роботов перебил, всю хитрую технику переломал и вертолеты захватил. Мы точно захватили геликоптеры. Так. Берем вот так вот. Все не то. На верхнем этаже есть зал управления. Оттуда можно открыть ангар. На верхнем этаже есть... А, лифт. Где робот был? Точнее, это даже не лифт. Хотя, может, лифт. Гибралтарский мост открыт. Мадрид, 3 октября 1957 года. Вчера вечером в присутствии высших чинов НСДАП и специально приглашенных выдающихся граждан состоялось долгожданное открытие крупнейшего в истории моста. Разумеется, честь перерезать ленточку досталась нашему возлюбленному вождю, который утром прилетел из Берлина. Возле этого уникального сооружения через пролив Гибралтар фюрер выступил с короткой, но пламенной речью. «Я тронута до слез», — рассказала нам Вильма, местная лавочница. «Он невероятно красноречив». И не она одна была растрогана. Гюнтер Грюнвальд, главный инженер проекта, удостоился личной похвалы от вождя. «У меня просто нет слов», — признался нам взволнованный Герр Грюнвальд. «Не знаю, что и сказать». Так, телек типа не работает, да? Системного администратора мне. Так, это что у нас? Лунная база. Угу. Вот пульт. Молодец, Бласковец. Не шевелись, у тебя гости. О, это какое-то сумасшествие. О боже, берегись. Не-не-не-не-не, Клаус, ты как, живой? Нормально со мной, перелома вроде нет. Господи, Клаус, будь осторожнее. Не смей мне умирать. Капитан, посадите Кэролайн в кресло пилота последнего вертолета. Помогите мне, Бласковец. Я тебя целый день ждать буду. Мой герой. Все на борт. Как ты выжила? Думал, ты погибла. Я мало что помню. Помню, как двинула Гансу Гроссе в морду. Помню, как поднималось небо. Показалось даже, что я лечу в рай. Падение, потом боль. В жизни больнее не было, словно мне позвоночник выдернули. Идти не могла, все ползком.
Меня нашли через 3 дня в канаве. Месяцы на койке в больнице Крайзау. В меня засовывали какие-то трубки. Инфекция. Ух, даже не хочется вспоминать. Сочувствуйте. Не стоит. Я научилась летать.